Ну вот сейчас погоняли воблер, была поклевка хорошая. Вот два зуба, два таких удара. Тоже реплика от Герман, агрессор, 25-й, 20 грамм. На, Андрюх. Я возвращаю себе зеленый, он тоже весь уже покусанный. Как вы видите, и в хвост, и куда только, и в голову. Везде, везде, везде удары с удачи хорошего судака. Короче, друзья мои, возможно, я полностью пересаживаюсь на реплики. Андрей тоже об этом подумывает. Нахрена платить за халку, когда ловит такое чудо. Так что вот так, сейчас будем еще дороже пробовать. Поклевывает. Кушаем мы с дядей Андреем. У нас первая наша рыбка. Друзья мои, первая рыбеха. Судачок. Он был небольшой, но вкусный. Судачок просто классный. Первая наша. Первые три наши в этом году рыбки. Друзья мои, нас творогом кормят. Творогом. Коровья. Ну что, чучундры, всем привет. Мы на завтраке. Завтрак, не представляете, у вас каша, яичница, творог, чай с плюшками. И пиво, как же без него-то. Кормит отменно, рекомендую. Видите, какая у меня рожа? Лицо мое, точнее. Солнце апрельское шпарит. А еще вот так, смотрите, как весело. Вот так вот. Как в шлеме. Без шапки холодно. В шапке жарко. Шик, блеск, красота. Дядя Андрей, скажи что-нибудь людям. Мне нечего сказать. Я сегодня не поймал ничего. Да. У нас два дня вообще пролет. Сейчас будем пробовать джиг с отводным. Вчера выходили, поклевывало. Вода пошла. Вроде бы как судачок тоже. Ну, получше стал поклевывать. Хотя даже сомневаюсь, не знаю. Раньше было лучше или сейчас. Все, на воде увидимся. Мы погнали на рыбалку. Ну что, вот мы на Ахтубе. Апрель. Первая наша вылазка. Были на пойме. Дорога там страшная. Во время дождя проехать невозможно. Сорвались, уехали. Сейчас мы нагремучим. Первая дорожка. Распустили халочки. Пока тишина. Первая поездка без эхолота тяжеловата нам. Так, ну что, у нас первая рыбка, первый судачок. Не очень большой, конечно. Очень вяло клюет. Взял вот такой воблерок. По течению шли. Это... Да, вот такой. Ну, не крупный, но... У нас первый, мы уберем. А взял вот на такой. Это от Герман. Под Юзури 3D. Не с кольцом, с петлей. Если воблер, смотри, вот он уходит. Вот видишь, он уходит вправо. Значит, петлю мы гоним влево. То есть, если он уходит туда, петлю мы заводим. Сюда.
ребята, нахуй. Давай, давай, он сидит хорошо, поднимай. Тихо, тихо, аккуратно. Ну, размер вообще. Поздравляю, Андрей, с первой рыбой. Хорошо. Да, это сразу. Капец, он вялый был. Да. Взял тон, подписчика была, но... Ну что, сейчас попробуем по течению и опять так же повторим. Есть, 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 хорош, хорош трофей. Слушайте, реально работает. Моментально среагировал. Илюха. Давай, Андрюх, тащи хороший. Герман, спасибо тебе. Охренеть. Мародер. Ну, слушай. 12. Ну что, друзья мои, 12 число. Первая утренняя рыбалка должна была быть. А сейчас дождь валит. Во все. Ждем. Ты чем-то отличается? Ну, цветом, наверное. Нет, коробки почему-то разные. Да хрен он, так за боком. Это вроде больше. Нет, должно быть больше 50-е. 11 числа вечером, первый раз ловили, вечером выехали, поймали на вот такую халку, 8-метровую, вот на такую самопальную, то есть, ну, это просто перекрашенная мною, и вот на такой германовский воблерочек. Были удивлены, ну, причем первая рыбка была поймана на него. Было поймано 3 судака, судачка, скажем так. Все они, наверное, ну, все они меньше 2 килограмма точно, и где-то в районе, наверное, киложки, да, Андрюх? Вот, и одна щучка была очень маленькая. Вот такие нынче весной экземпляры, блин, смешно. Все, сейчас ждем, дождь все идет. Дядя Андрей собирается на рыбалку. Не знаю, что взять, но взять что-то надо. Да, я возьму вот телька. Одного, что ли? Все, растянуло, дождь рыб заканчивается. Красота, друзья мои. Первая утренняя рыбалка. Вперед! Вчера он нам принес судачка, надеюсь, сегодня принесет. Да, на потычку прям. И поактивнее, 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 поактивнее. Во.
Давай, вот сейчас все. Да, она потечет, все мокрое. Душная. И ты видишь на потычку? Да. Так, мешок. Ремешок. Да. Сонно еще. Летом бы он мне сейчас дал жару. Да. Лежит спокойно. Лежит, даже не трепыхается. Ну, с почином. Блять, хороший выбор. Бля, второй уже на него. Ну, давай 3D, может. Ну такой же, только 3D, зеленый тут. Давай сейчас еще одного поймаю на него. Ставим тогда такой же, только у меня. Игра просто другая, если бы не ударил. О, это по размашистке, бандит поплавнее ходит. Так, давай вернемся, если попробуем еще раз. Дядя Андрей у нас поймал трофей, наверное. Андрюк, ну куда ты спиннинг-то уходишь, блин? Ты сюда его тащи, наоборот. Ну как? Ну ты в эту сторону опусти спиннинг сюда-то. Во! Да, ощущение. Ты его сюда, он его и не видит. Он гуляет там. Так, ну что, опять пойдем по такой же глубине, да? Да нет. Раз. Ну хотя это тоже не показатель. Смотри, вообще. Давай поглубже выйдем. Поглубже мой бас не пойдет. Слушай, все, опять мегабас. Ладно, давай. Не, давай попробуем поглубже пройти. Не намного, там чуток. Я же вот этот пузырьяк. Слышь. А дансера, да, взял? Ловим мы на Shimano Bestmaster AX Boat, или как он там, Boat 240, с тестом
140-150 грамм. Катушка кардив. У Андрея реплика от Каида на ту же самую Шимано. Бестмастер. Называется Конкорд. Нет, да, Конкорд. С тестом. Какой у тебя? Тоже 240. Тестом тоже до 150 грамм. 50-150. Это реплика на Шимано. Бестмастер. А я не знаю, неужели у нас на базе горит? Да, или его зацепил. Слушай, что-то крупное, блин. Судак, ну почему-то он наверху, блин. Судак, но почему-то наверху он. Вроде бы так крупный, кажется. Погранул, что ли? Странно поднялся он наверх. Он не маленький вроде бы. Нет, ты лучше там у себя. Стой, а сюда вот его заводи. Он мне сюда принес. Нет, так. Опуски, они крайне редко бывают. И тычки, я говорю, прям вот, если минимальный тычок, опять же, это крупный судак. Вот если какой-то сильный, это не факт, что, допустим, крупный. А вот прям вот раз, вот я не знаю почему. Вот аккуратный тычок, подсекаешь, блин, там от двушки и выше. Вот, хрен его знает. Это начало. Ну ничего, у нас есть на уху, мы наловили. Молодцы. Самое главное. Позориться не будем, покажем. А что не позориться? Зато хищник. Знаешь, маленький, зато хищник. Красивый. Я художник. Русский, доливай себе. Мне тоже конец с тобой за компанию поддержу. Вон там стоит, хочется нахрен хочется, а остальное нахрен там стоит. Из того, что это есть свободный продаж. Смотри, там, короче, два у нас начатых, тут с вечеринок с этих осталось. Или обе неси, или эту хрень оставь там. А у вас можно столько будет найти? Да, можно, конечно. Вот, пожалуйста. Сковородку. Давай, Андрей. Так, красота. Прям так и бросить стаканчик и закусить, да? Короче, Андрей сказал, он тут теперь твой адвокат. Какие бетроны, сколько ты, 30 здесь, да? Я же дома хватает адвокатуры.
оксида. Вышли, ключи забыли в доме. А домик закрыт. Блин, я видео поставил снимать. Андрюха полез через это. Вот в туалете вот такое окошечко. Он Илюхе скинешь видео это. А там нет видео, а игра. Я нажал. У меня фотография есть там, Руслан стоит. Мы его туда через туалет. Залез. В окно, да. Вот для этого. Ну чего делать? А что пару раз дома в шапке ходил? Что ты? А что там получается, если до конца досмотришь, только что-то капнет? Вот нет, там если капнет по-любому, то больше капнет сюда смотрит. А если зайдешь туда, на это, то... Я никогда не до конца. Я тоже не реклама. Неделю. Так, давайте вот сначала. Слушай, ты вообще красавчик, зря мы чтобы вытянули бы. Они рекомендую. Мы были наши кушали сочно. То есть с виду такие вялые. Я в чем купил, в чем фильм, как вот. Поэтому такой прикольный. А в этом году я посмотрел, товарищи, он на огороде купил два кольца. Два кольца, сверху пенопласт туда. Я всегда. Причем он потом делает проще, он зимой там снега накидывает. За вашу душечку. Всем доброе утро. Собираемся на рыбалку. Погода испортилась совсем. Передаю, что через 3 дня температура упадет до 7 градусов дневная. Рыба хреново клюет. Мы в печали. Но все равно встаем, едем. Волна, холодно. Рыба в лодке живет без воды от 2 до 4 часов. Жер вчера прожил 2 часа. В морозилке танцевал еще. До этого судаки жили, наверное, часа 4. Когда их чистили, они еще живые были, плавниками шевелили. То есть такое ощущение, что рыба просто заспиртованно спит. Так я попал. Апрель, 17-й год. Полная жесть. Кому-то, наверное, повезет, кто приедет попозже. Наверняка половит хорошо. Люди, приезжающие в марте, там, совсем в начале апреля, практически вообще прилетели. Но поговаривают, что вроде бы как в марте там что-то поклевывало. У нас тоже поклевывает, но это не рыбалка в Астрахани, на Ахтубе. Где-то 3, если повезет, 4 хвоста за утро. Ну, это про судака. За щуком мы не ходим, всякую там бель мы не ловим. Мы целенаправленно долбим, пытаемся долбить судака, но это у нас пока плохо получается. Вобла пошла. Вобла ловят в больших количествах. Думали переключиться на воблу, но если вот сейчас будут дожди, мы, наверное, с берега сядем и будем ловить хотя бы воблу. Но это, конечно, вообще беда. Я первый раз так попал. Реально первый раз. Все, мы на воду. Очередная попытка. Поводка в подоке стоит. Толстолобик.
Давай, он идет, давай. Мог уйти вообще запросто. Сидел так вот. Вот они от кого сопли-то, когда сопли попадают. Не от сама, а от него. Так, надо проверить его весь, там тройники. Друзья мои, да, забагрили. На толстового по-другому-то особо не поймать, если только на оснасточку специальную. Но для троллингиста, для джигита это за счастье, если вот такая хрень заваливается. Это бывает не так часто, но это приятно всегда.